Последствия сильного пожара, разгоревшего в Житомирской области, ощущали в Киеве и Киевской области. Ликвидация очага возгорания занималась 650 человек пожарных и 108 единиц пожарной техники. Министр внутренних дел Арсен Аваков не исключает версию умышленного поджога. Об этом МВД пишет на своей официальной странице Facebook. Министр Арсен Аваков рассказал журналистам о двух направлениях в расследовании сильных пожаров в Житомирской области. По версии правительства, непрекращающие лесные пожары обусловлены сухой и ясной погодой, а также сильным ветром. В Житомирской области дело осложнило еще сильный ветер, который обрывал провода и ломал деревья. По версии Арсена Авакова, существуют доказательства, которые могут рассматриваться как умышленный поджог. По сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел в Овруческом районе, во время заседания штаба ликвидации Арсен Аваков огласил предварительные версии следствия. По словам Арсена Авакова, пожары возникли частично из-за сильного ветра и обрыва проводов, а также были задержаны люди, которые подозреваются в поджоге. Также, может быть, было место небрежного отношения к природе. Сухие ветра, которые дули на этой неделе, имели высокую температуру и низкую влажность. Все это способствовало пожароопасности обстановки. Как сообщали ранее службы спасения, начиная с 16 апреля, пожар охватил в Житомирской области большую территорию – 4000 гектар. Были эвакуированы жители нескольких сел, в частности, сгорели дома. Жители окрестных сел нашли приют в ближайшем доме культуры. Сейчас они постепенно возвращаются к привычной жизни.